У меня командный блок здесь был, как шляпа. Отключение к миру. О, я на РТП сразу. Это нормально? Да, нормально. Так у каждого А игрока. то, что я заспавнился рядом с игроком, он меня убит. Он может меня убить, да? Нет, он не может. А то есть здесь мирное выживание, да? Выживание это ванила. Выживание это то, что ванила. А, подождите, а если я заспавнился, вот в ваниле рядом с игроком, он может меня убить, да? Ваниле рядом с... Ну да, может убить, но он не собирает. Как его зовут? Какой у него ник? И какой у тебя ник? Мистер Ло, М.Р. Логан, А, это ты, 3-3. мистер Логан? Нет, это у него. А, мистер Логан. А А у я меня ник сейчас напишу в чате в зуме. минуту, как тебя зовут? Как тебя У меня зовут? не получается просто не сделать это. Я прислала в чате, как меня зовут. Хорошо. Меня не получается. Так, минуту. А здесь приват есть? Да, ты можешь замкнуть любые Меня блоки, не которые можно изменить. получается. Чувак с ником Эдисона Пи Меня Эдисона и со скином Амогус. Амогуса. не Ты можешь стоять на месте, я сейчас к тебе подойду. Я стою на месте, лутаю вещи другого игрока. Почему? А ты зачем это делаешь? А, подожди, это, кстати, мои вещи. Привет. Это я. О, блин, у тебя есть нозоритка? А ты ее сам добыл или это у тебя Слушай, я привилегия? ее уже очень давно добыл. А? У меня вот тут есть лишний нагрудник. О, а какой нагрудник дашь? Незеритовый с починкой, с защитой 2. Дай, пожалуйста. Ну, я потом посмотрю, кому дать в конце, наверное. Если Эх. кто-нибудь еще. Но я могу тебе сейчас дать алмазные ботиночки. Давай. Меня просто Майнкрафт не на компьютере, а на телефоне. У меня не получается зайти. Телефона ты не сможешь зайти. Как? А я выживу, когда прыгну к тебе? Лучше не надо. А почему у меня не получается на телефоне зайти? Потому что это сервер этого Java Edition, ПК, компьютер. Это значит не У для... нас Это есть не для телефон Bedrock отдельно. Edition? Это что, не для Bedrock Edition? Нет, это для Java. У нас У есть... меня какие-то эти Нет, но у нас... прокачиваются, мне пишутся, ну, какое-то это, Минуту. какие-то названия. Можно мне сказать? У нас есть еще один сервер на Bedrock Edition. Сейчас я напишу в чате IP. Пацан, я тут нашел чью-то хату, в которой нету ни одного сундука. Да, это я ее, я там все убрал, очистил. Он уже не играет. Бедро. Здесь есть РТП, спавн? Спаун есть, телепортации нету, есть А как на спавн баланс. попасть? Ну, умри, но ты вещи потеряешь. Понял. Так. Ну, ты сейчас же заспавнился на спавне. Нет, я не на спавне. А, ты про этот спавн? Да. Ну, там, где ты появился. В лобби. Подожди, а Не в здесь... лобби, а в ванилле. Подожди, а здесь есть хотя бы магазин какой-то? Можно самим открывать магазины или есть еще
темный магазин, черный dark market. Незаконный, то есть не совсем. А как законный. Зайти в черный магазин? И что там продается? Ну, там разное продаются, пока только еда. Как туда зайти? Секунду. Я хочу туда. Я хочу купить что-нибудь dark. Ну там только супы пока, если. Давайте, купим. Давайте, слэш. Да, Darknet. Нет, нет, не так. Я написал IP сервера на Bedrock Edition. То есть тоже. Но то, мы просто... сейчас и на нем играем. Просто и... тоже сам, да. И у меня еще заканчивается еда. Почему у меня нету еды? Сейчас я напишу. Артём, можно тебе вопрос? Да. Как ты думаешь, стоит ли делать это, смотри? Что? Стоит 28, а получаю я кирпу на эффективность 5, починку, шелковое касание и прочность 2. Стоит это 28 уровней. Минуту, что ты видишь? А, нет, это же мой магазин, и там я вроде убрал. Это же мой магазин там. Это я продаю нагрудник там. Продавал, больше я не буду продавать. Минуту. Меняешь ты ту а свою... А как на даркшоп зайти? На черный рынок. Кажется, вот так. Blackmark slash BM slash BM open. И вот это черный магазин. Все. Ну, пока тут ничего не продается. Не продается. Меню продажи. А? Можешь выставить тут предмет на продажу. Ну, а, ты можешь, а ты можешь зум-чат написать? Или, или показать я еще? В зум. Я написал в зум. А мне не пришло. Минуту. Так, есть у кого-нибудь? Endurance 50 из скольки-то там. Agility. Это что такое? А, agility это суперсилы разные. Ну, не совсем супер, они просто такие прибавления. Например, когда вот сейчас... А, я играл на одном сервере? Вот сейчас я получил agility, потому что я получил удар от падения. Чем больше я это прокачиваю, тем меньше я получаю потом. Там потом мне приходят, например... Урона от падения, да? Да, плюс регенерация, например. Ой, нет, пожалуйста, не убивай меня. Нет, 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 нет. Ты кому? Ну, я... Не, еды нету, я у меня 1.5 HP. ХП. То есть, чем больше я падаю, тем меньше я в будущем... Теперь сундука, кстати, нету. Ты знаешь это? Да, знаю, знаю. Не берите вещи, пожалуйста. А, ты... Что, Артём, ты тоже здесь живешь? Да, я тут не живу, я тут просто нахожусь. Асана, у тебя шалкербокс, оказывается, есть. Ну, да, тоже... есть, но ничего не бери, умоляю. И деньги тоже не бери. Как это деньги? Ну, это зачарованные изумруды, которые там валяются. Как сейчас это зачарованные изумруды? Ну, это такая баланс у нас есть. Долго. Я только обычные изумруды вижу. Ну, вот значит, не знаю. Ладно, подожди. У тебя сундуки почти пустые. Ты... О, рыба! О, 64 семечка. Так, ой, я лечу-лечу, на лодке плыву. А дай посмотреть на этот, на один этот. Как его? Изумруд. Нет, не дам. А потому... на что это зачем? Ну, это просто, это не изумруд, а это просто... Так выпадают, например, если какого-то опасного моба ты убьешь, у него есть шанс, чтобы от него выпала денежка.
Кстати, я тут должен вертеться, потому что иначе вещи деспавнятся. Ты знаешь об этом? Да, я знаю об этом. Поэтому я здесь верчусь. Мне это не нравится. У меня еще были литры. Но они задеспавнились, помнишь это? Не задеспавнились, а они даже не выпали. Они просто сломались. Ты же там все время сидел. Как они деспавниться будут? Ну, у меня было такое, то, что там 24 предмета в одном блоке, и там эти предметы исчезают. А, так это типа. Нет, не типа, они реально исчезают. Не, это они типа получают урон от этого. Да, если... А почему у тебя есть... А, Артём, у тебя есть 26 золота? Ой, 16. Нету. Блин, у тебя железные вещи, у тебя железо. У меня железо? Да, у тебя там дома железо куча. У меня нету дома. Кстати, Артём, помнишь? Я бесполный. Ну, а ты помнишь? А ты пользуешься? А ты знаешь, что можно приватить дверь? А? Ничего не трогай, это не мой сундук. Я его пока заблокирую, потому что это чей-то. А ты знаешь, Артём, что можно приватить двери? Да, я знаю, и мне так админ заприватил почему-то мой дверь в мой дом. Теперь я не могу. А какой из дому? Который деревянный. Пацан, меня зомби убивает! Я бегу к твоему дому. Это не мой дом, у меня нет дома. Я без дома. Рыба. Настоящая. Единственное, что у меня есть, это вот этот мизеритовый меч. Пацан, помоги, меня зомби убивает. И почему-то я сейчас зашел, и у меня 31 этих штучек, которые можно дать имя кому-то. Штучками этими. И у меня почему-то 31 из них. Пацан, у меня хавчик заканчивается. И вот там зомби. Вот. О, видишь, вон то, это и есть денежки, ты их сейчас убрал. Ага, и зачем вот они нужны? Вот это денежки, это валюта, за них можно что-нибудь купить. Сейчас, если ты пацан, в чате... Пацан, там лет в этом, в броне зачаренный, убей его, пожалуйста. Прячься в доме. А? Прячься в доме. А откуда здесь вот сейчас... это лежит? А, это я случайно кинул. Ладно, мне не надо. Открой чат и слэш бол напиши. Вот так, как я сейчас написал, если ты видишь мой экран. У меня 510 этих. Долларов. Доллар. Это на самом деле 510, подожди, что? Подожди, как у меня 358, а у тебя 510. Минуту, я не знаю, возможно, это из-за того, что я недавно зашел на сервер. Там же какая-то начальная сумма денег, кажется. А, я мою потратил. Ладно. Хочешь что-нибудь еще? Например. Я тебе уже лук хороший дал. Ага, я убегаю от этого, от пацана с бомбой. Миномост! Взрывы. Взрывы на этом сервере не работают, и они просто не взрываются. Взрываются. Ой, ты теряешь сердечки, но взрыв в земле нет. Да, да, я знаю, на всех серверах взрывы не причиняют этого урона блокам. Если честно, сейчас недавно были техработы на сервере, куча всего, да, прибавили, как и вот эта штука с балансом. И теперь я, конечно, у кого-то там забрал кое-какие вещи. У меня овца покашила. Кстати, а у кого ты забрал вещи? И какие? Ну, я не помню, у кого уже. Эх, мне нужна еда. Срочно. Пацан, тут овца покашила и не двигалась вообще. Вот я ее убила, она даже с места не сдвинулась. Да, я знаю, такое бывает. Иногда они просто зависают. Баги. Обожаю баги. Чтобы их разгрузить, и это иногда полезно, когда ты против мобов.
ребята, я не могу подключиться к серверу. Ты через телефон? Нет, я на компьютере. А что ты пишешь? Почему ты не можешь? Пишет, невозможно подключиться к серверу. А вы с какой версии играете? 1, там было написано... Видите, там рефреш. 1.17.1. А, хорошо. Видите, там где-то написано рефреш. У вас, вы не можете подключиться к серверу из интернета. Чтобы перезагрузить... О, черепаха, рефреш. Черепаха. Кстати, у меня есть черепашатник где-то. Далеко. Да, был, пока его там, его вроде же снесли. Что? Его снесли. Я там давно не был. Что с ним делали? Его нету, вроде. Какого смысле нету? Смотри, вот стоит такая вот пустая пространство, вот стоит такое пустое пространство и такое, и все такие, о, а что это? В каком смысле нету? В смысле, то что, вот смотрите, взяли такие вот хорошенькие люди и так ты за 358 долларов продашь книгу на починку ту? У меня, оказывается, их 4. А, ну тогда сколько продашь? Что мне очень надо, потому что тот житель с починкой за 10 изумрудов умер, к сожалению. Так, вот откуда у тебя была вся эта починка? Ну, я ж... я тебе не говорил, да. Вот ты... Ну, а сейчас мне надо на меч починку, на кое-какие еще, на вот этот железный меч с лутингом. А мне нужна починка, знаешь, на что? На всю мою на алмазную что? Броню. У меня была назаритовая на починку. Но она и исчезла. Кстати, ты куда ты... Мне так и не показывал. А тут нормально, что мы с ним выдаем, что мы делим. Тут в обычном водоеме дельфин плавал. Нормально. Тут почему-то. На этом сервере почему-то очень много дельфинов, черепах и вообще морских животных. Ну, обычно я это понимаю. Ну вот зачем дельфинов сажать в такое неудобное для них пространство? Это у Дамира есть. А кто создатель сервера? Вот сейчас на сервере есть Китилис. А? Вот сейчас вот этот... видишь, там Китилис написано, он печатает. Китилис. Как тут играть? А, это он создатель сервера? Только... Нет, подожди, посмотри, как надо. Я хочу. Китилис просто админ. И как выйти в инвентарь? Создатель Саур. Как зайти в инвентарь? Английская. Так, а где ты? Вижу. Хочешь, я покажу? У меня тут старая база поблизости есть. Как зайти в инвентарь? Буковка Е, английская. 6 хп, 6... Ой, 1 хп, 1 хп. Молодец. Что молодец? Ну, ты умер. Твоя первая смерть. Вот на сервере, на котором я задонатил, было сложновато, потому что там... Я пока тебе не дам мизерит нагрудник. Пока я не могу зайти на ваш сервер. Почему? Что пишет? А надо какие числа, чтобы на ваш сервер зайти? А что ты пишешь? Она по адресу. Я пока еще ничего не пишу. Там не надо по адресу, там надо добавить. Ну, я добавляю. Ну, зарегистрируйтесь в чате. Да, это
Надо зарегистрироваться. Сейчас помогу, сейчас напишу, что напишите. Как зарегистрироваться-то? Сейчас пишу в чате Зума. Магистр Логан. Никогда не любил Росомаху. Теперь сражаюсь с игроком, у которого ник как имя Росомахи. В каком смысле? В таком. Как его зовут? Мистер Логан. О, нет, опять да, он. Как... Где он? Где ты? Где он? Инвентарь свой, где больше места. Есть другой еще инвентарь. Ты можешь на спавн пойти? Минуту, я, кажется, его вижу. Кстати, а что вы говорили там? Я его уже того. Ну, вы же говорили там английское «е» и что-то там что-то. Английское «е» — инвентарь. Ага, а вперед как? О, вот. В. Решает лишних левушек. Где В? И вообще у меня лагает. Ну, это в процессоре беда. Где передний ход? Где вперед идти? Там стенка-то не может. Так, посмотри, посмотри, пожалуйста. Извиняюсь, а что ты... А, я могу сломать. О, кролик завис. Извини, пацан, конечно. У нас тебя $5 целых выпало. О, у меня 598. Папа, я не могу подвинуться. Меня что-то держит. Ты не зарегистрировалась. Я в чате Зума написал команду, которую ты должна написать. Да и в чате Майнкрафта то же самое пишут. Ну, в чате Майнкрафта это и надо написать. Чтобы открыть чат, букву Т надо нажать. Я даже не знаю, почему Т. Ты приходишь, я тут уже с одним разбираюсь, чтобы он твои вещи не забрал. А ты где сейчас? Ну, там, где ты умер. Может, ты еще раз умереть, я пойду на спавн. Подожди, а где я умерел? Там, где бамбуковая роща, да? Нет, ты в другую сторону умер. Там, где вот это вот возвышение? Нет, не в ту сторону, в другую сторону. Можешь умереть, я приду на спавн. Не-не-не, не надо. Ладно. Да у меня сейчас предмет этого пацана, у меня щит со знаменем этих злодеев. У меня тоже. Пошел к какому-то дому. Сейчас я напишу координаты в чате Майнкрафта. Как идти? Вот кому. Так, я иду к твоему дому. А, да, и вот. Да, кстати, это очень близко. Иди. К не твоему, который, в котором ты был. О, я тебя вижу. Вот, это я, вот. Вот там, я вкохнул того чувака. Тут только что пробежался мистер Волган. А вот это всю команду надо записать и какую-то одну. Всю эту команду. Всю эту команду как есть. Смотри, я собаку убил. Окей. Бедный пёсель. Он не бёсель. У меня костей нету на мне. У меня нет костей. Дом полон мотыг. Каменная мотыга, деревянная мотыга. А, это да, это дом, который когда-то мне казался красивым. Пока я его чуть не сжег. Как можно поменять на другое? Пацан, ты знаешь об этом? Да, конечно. Кстати, об этом. Пошли, я тебе кое-что покажу. Что? Пока ночь, кстати, не пришла. Брать другое как? Ну, поешь. Как брать другое? Как брать другое из инвентаря? Как? Дай мне левой кнопкой мыши.
Ну дай мне хоть одного зомби убить. Мне. Окей. Так. Видишь, тут дырочка? Вот тут дырочка есть. Где? Вот тут. Это моя старая секретная база. Вот тут. Дай мне этого зомби прикончить. Хорошо, только он меня первым прикончит. Неправда, он на меня отвлекся. Смотри, сколько зомби за нами. Быстрее залезай. Сейчас. Давай, давай, быстрее, быстрее. Не, ты не успеешь. Я давай, лезу. Прыгай. Лезу. Прыгай. Прыгай в дырку, то сейчас. На. Стой, я должен отвязаться от этого зомби. Быстрее. Давай, залезай. Нет, залезай, меня кто-то убил. Посторожи мои ресы, Паже. Я тебе говорил, поторопись. Да и у меня не получалось в дырку залезть. Только зомби, я сам не справлюсь. Залезай. Я скоро иду. Папа, написано зарегистрироваться? Даже если я в Незерите, я не это ничего. Ну, нажми. Блин, зачем они, создатели сервака на хард поставили? Они не на хард. Подожди, она на хард? Нет, она на нормале. Ну, на нормале тоже. Ну, а что, на легкое надо было? Это же вроде обычный сервер. Помнишь, куда идти? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, зомби. Кыш. Я никогда в жизни вас так сильно не боялся. Но вот это... Штуки, которые защищают тебе, они во время обновления сервера все отменились, и теперь я очень-очень слабый. Какие штуки, которые тебя защищают? Крипер, пожалуйста, нет. Крипер, пожалуйста, нет. Давай, залезай быстрее. Давай, залезай. Пошли. Ух, успел. Так, это моя старая секретная база, я тут очень давно жил, пока ее все не обнаружили. Ну да, а это? Да, тут о, все есть. Тут блин, чей-то песик. Блин, меня запущит. А ну? А здесь никаких ресов нету полезных, да? Ну, вроде нету, кроме одного места. Иди-ка сюда. Спускайся. Только у тебя есть еда? Вот это об этом сейчас мы и скажем. Заходи куда? В бункерную часть. Куда ты? Куда ты? Куда ты? Да? Я не могу пойти. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не, возьму те ресы, которые каждому нужны, и сейчас подойду. Да, давай, пошли. Ну, и там еще больше будет. Давай, пошли, я покажу. Пока брань. Пока броня. Брань. И тут, кстати, есть разновидности зомби. Например, зомби очень левел 100. Мне когда-то, мне левел 90 когда-то попадался, у него было... Добро пожаловать в бункерную часть базы. Так, а можно мне одну бошку забрать? Конечно, но у тебя их будет очень много. Потому что тут даже есть мод, который дает тебе кучу бошек. Кто-то, кстати, почему-то поселился в мою базе, я об этом даже не знал. Об этом на это не смотрите, это на сервере запрещено, я это не знал и построил. На это что не... построил? Вот тут была моя комната. Что ты построил, пацан? Рыбацкую ферму. Вот смотри, спускайся сюда, спускайся сюда, иди сюда. Иди сюда, я тебе покажу что-то, что даст тебе очень много еды. Иди сюда. Мы же должны и сами выживать в базе. Смотри, что будет. Можно войти в вашу игру, понятно, только настоящего Майнкрафта. Бульдозер. Да, ты пока займись этим, наверное. Так, я получил один урон. А, да, это потому что ты левел апгрейд у тебя был, потому что ты фермер, что... У меня тут очень много супа есть в этих сундучках. Но если бы у меня в реальной жизни была бы такая ферма, у меня бы было... Вот, кстати, очень много еды осталось. Да, мы ели очень много супа. И, кстати, почему? Потому что у меня нет еды, я бы возьму. Так,
тут больше семян выпадает, чем свеклы. Ну, это, конечно, свеклы. Кстати, кто-то называл не свекла, а редиска, и мне это название больше нравится. Поэтому это редиска. Может, не обязательно собирать, иди сюда, я тебе покажу. Я получил очень-очень много дамага, хотя всего лишь это. Минуту, ты не ешь, редиску, я тебе что-то покажу, ты из нее можешь делать суп. И, кстати, иди сюда, я тебе покажу запасы грибы? Еды. Иди сюда, я тебе запасы еды покажу. Ты где? Я это, собираю бульдозер. Не обязательно собирать. Тут вот запасы еды настолько так много. Иди, собери. Тут очень много. Так, я нашел морковку. Да, я знаю, там морковки есть. Иди, покажу я тебе кое-что. Я люблю морковку. Потому что я зайчик. Хрум-хрум. Иди, да. Покажу. Вот тут запасы еды. Можешь все, что хочешь брать. Папа, а как убрать можно? Что убрать? Убрать свой инвентарь. Escape. Или так же и. Я не знаю, как у тебя настроено. Это светящегося спрута, это фигня. Да, это я положу туда. Кстати, сервер недавно обновили на 1.17, поэтому тут куча всего есть интересного. И у меня почему-то 2 слаймовых блока. Где? Ну, у меня. Они мне для... Я очень много занимаюсь рестоуном, они мне нужны. А ну, как? Что? У меня тут что-то осталось в моей комнате? Хочешь спуститься где сюда, комната? Посмотреть? Где тут твоя комната? Вот тут, внизу. Ну, была моя комната. Вот тут. Все на сервере узнали об этом. Так, я лаву себе возьму. Возьми. А здесь ее можно разливать хотя бы? Ну, разливать можно, но это опасно. Потому что не хочешь разлить лаву. Разливать можно, конечно. Или я даже не проверял на новой версии сервера, а ну проверю. Нет, разливать можно. Можно, можно. Ой, можно, можно. Так. Неужели мой... Кстати, бро, или как тебя звать? Да, я бро. Так, сколько ты... Ероним, кстати, у меня здесь какая-то... А, я понял, ты фармил игроков. Да? Почему мне фармить игроков? Нет, я пытался, потому что я думала, что можно было сделать... Вот. Я не понял, что сервер еще не на 1.17 и пытался сделать инфинитивную лаву, но у меня это не получилось. Но когда... бесконечный источник лавы? Да пойдем на улицу, я тебе его сделаю за 2 счета. А где вы? Мы? Да. Я вижу только какого-то человечка одного. А какие у него ник? Вот, двое. Какие у них ники? Я просто спускался по лестнице, мне экстюранс повысили. О, у меня 104 хп из 104. Мне хп... Да, это HP, да, это просто сердечки. На! 10, если ты можешь получать от разных привилегий. А какой зомби у этого левел? Ты можешь смотреть над его головой. Обычно написано. Ну, написано 1. Ну, значит, левел 1. Ты можешь меня найти, потому что я забыл дорогу наверх. Просто или копай вверх, или просто по ступенькам наверх. Найдешь путь. У меня 50 из 104 хп. А, ну да. Я тебе сейчас объясню. 10 HP. Это одно сердце. Я вас не вижу, я тут только один. А как тебя зовут? Михаэль. Михаэль, ты не играешь на сервере. Зайди на ванилу. А я не знаю, как. Ой. О, у меня файтинг 2-го левела. Это мне, то есть, урон будет добавляться, да? Ну,
на второго левела не очень. Ну, может быть, от 20-го ты уже сможешь одним ударом левел один зомби снять. Микаэл. Я смогу снести одного. Что? Я тебя не вижу. Ты где? Ты вроде тут? Где-то. Я фиг знаю. Я видела. Вот я тут перед тобой, Микаэль. Я тут перед тобой прыгаю. А, привет. Пошли, я тебе покажу, что надо сделать. Ага, сейчас, подожди. О, я перешел. Вот, смотри. Видишь вот этого человека? Да. Ты правой кнопкой мыши на него нажми. Как попасть на спавн, не умирая? Не знаю. Честно, не знаю. У меня кирхи нету. А, знаю. Вообще, не прямо в него, а на него мышкой навести. Хум! У меня нету, дома. Ну, хорошо. Что ты скажешь? Я нашел редстоун. Я упал вниз. Напиши. Я нашел уголь. О, откуда тут Незерит блоки. Я даже не знаю, что они там. Где? Где незерит твои блоки? В лобби я имел в виду. Где? А ты сразу думаешь, что прям так будет, просто так где-то незеритовые блоки. Ну да. Напиши слэш. На предыдущем сервере валялись блоки из новых предметов. Очень крутых. Из рубинов. Ой, из красных алмазов. Красных алмазов, там, наверное, моды были. А? Там, наверное, моды были, потому что рубинов это нет. Это не моды, это... Я упал! Это плагины. Я кирпич не... Минуту. Ты не возражаешься, ты просто выйди и перезайди на сервер. Так, ты где сейчас? А, минуту, вот я так, могу... У тебя не хата, а лабиринт, если хорошо в ней не разбираться. Ну, сейчас я проверю твои корды. Вижу твои корды. Да. Крюк. Я нашел крюк. Кого на него посадить? Крюк? А, крюк. Минуту. Выйти и зайти. Наконец-то, кроватка. Кроватка? Где ты кроватку нашел? У тебя в хате. А, ладно. В подземной. Выйти и перезайти. У меня не зерит меч, он снимается. Бро, там... Бро. Что? Что тебе, Артем? Я тут. Так что там с книгами на починку? Кто тебе позволил? Зит в моей базе. А возрастение висей при согласии с Диамонд. А, да, это я писал, не обращай внимания. Ты уже близко к выходу, потому что кто-то там поселился секретно в моей базе. Артем, погоди, какие у тебя координаты? Ты можешь видеть мои координаты, ты же сказал. Артем, ты можешь сейчас можешь нажать? О, я тебя так давно не видел, целых несколько минут. Я на спавне. Ядовитый картофель, давайте съедим ядовитый картофель. Кстати, тут меньше шанса. Я всегда ем картофель ядовитый. Артем, приди вот на эти координаты. Ты не отравляешься? Нет. Ты можешь прийти на спавн? Мне легче будет. Так я на спавне, я вот на этих координатах, это где-то 100 блоков от тебя. Кстати, кстати, редиска... у меня не получается перезайти. Вот этот вот лол 1-2-3 лорд. Да. Кто это? У меня не получается перезайти. Зомби. Это кто? Это кто? Ну, раз я тут, Микаэль! Он поделает. Раз я тут, он мне тебе ничего не поделает.
Иди на. Сюда. Я чуть-чуть отойду, мне надо будет что-то забрать. Так, минуту. Я иду смотреть, что. О, у меня абилити. Вот, Артём, вот я. Где? А, вижу. У тебя активи на починку. 228. Смотри, Артём, вот ты сейчас, вот ты узнаешь вот этот вот портал. Вот ты поймешь, что это. Да, я знаю, это ледяная дорожка. Отдай. Лодку отдай, уже. Там очень много лодок в ней. А что, Артём, смотри. Минуту. Что я нашел? Минуту. А еще, Артём, у тебя есть 16 золота? Нету. Смотри. Во, на, для таблицы. А, да, я это знаю. Да, у меня ошибка есть. Мне не надо. А, ну я не... Так что там с книгами на починку? А, ну, тогда, если ты хочешь, то, наверное, тогда придется идти ко мне. О, ну, ладно, пошли. Ну, кто забрал все лодки? Ну, ладно, короче, пойдем. Тебе тут нельзя быть, прости. Мне? Да, ты лучше пойти к порталу. Ладно. Ну, а мне, кстати... Блин! Артём, а ты, кстати, садись там. А почему там нельзя? Ну, что? Потому что это чужой город. Нет! Это самое плохое, что могло случиться. Потому что что? Потому что это чужой город, и там не хотят лишних и других людей. Это город... Они лишние, да? Ну, незнакомые им. Они тебя не знают, я тебя знала, но они тебя не знают. Все. Так, лодку надо сложить. Минуту, я сейчас... Тут живут игроки, да? Да, там много ли чего. И там тоже живут... Артём, пойдем. Пойдем. Да, иду. Тоже с Назари там живут? И да. Блин, а можете мне добыть льда? Я хочу это... Давай, Артём. Хочу гонки устроить в обычном мире. Ну, лед украдут по-любому. Если прям просто так положишь. О. Что, сколько там, за сколько там продашь? Так, смотри, Артём. Пиглин. Обычный пиглин. Где книги чарины? Какие? Где, в жопе? Ай, больно. О, так, сейчас поищу. О, горение. Раз, два, я вот сейчас... Три, четыре. Ты на самом деле живешь в мире? Да. Не смотри, Артём, нажми на Shift и блок инфо, и там будет мой. А еще, Артём, ты видел когда-нибудь синего аксолота? Нет, не видел. Смотри, Артём, я могу тебе открыть совсем новое. Ой, это не тот? Ну, пацан, выходи скорее, мои вещи пропадут. Минуту, я... Они не пропадут никогда. Они не пропадут... Вот, Артём. А где портал в ад, я забыл? Это белый. Это... А. Это желтый. У меня... Я могу тебе дать двух аксолотлей. Не надо, мне нужны книги на починку. Так, сейчас. Могу? Так, Артём, давай тогда так. Ну, давай я, не знаю, дам тебе одну книгу. То место там, где ты спавнишься в мире, пожалуйста. Артём, давай я тебе дам одну книгу на починку за 14, за 16 золота. А 16 золота нету, у меня есть деньги. А деньгами нет. Знаешь, зачем, Артём? Артём, знаешь, зачем? Зачем? Просто вот наведи. Спасибо. Не понял. А где вы все? Я никого не вижу. Так, вот предлагаю... Вот я могу... О, кстати, Артём, мне надо... Сейчас я начну. Минуту, может, у меня есть золото? Нету. Артём, кстати, смотри. Нету. У меня куча зачаренных книг есть. Я у тебя скинспер. А, что? Я у тебя скин... А, блин, сейчас... Секунду, я сейчас перезайду. Хап. Эй, вещи. Эй, да, мои сейчас писатели. Сейчас верну, Артём. Не беспокойся. Давай шалкеры сюда. Можно я хотя бы посмотрю? А, ладно. Все, на. Моё шалкеру. Так. Спасибо.
Так что вы перейдут на починку? Только вот. У меня есть вот эти алмазные ботиночки. У меня есть деньги. На что за чарные алмазные ботинки? Если ты упал туда, тогда что делать? Смотри, вот на что за чарные. Если ты упал... Ребята, у нас осталось 2 минуточки, и все. Нам придется закончить. Это очень неудобное зачарование. Да, хочешь за книгу на починку? Нет. Это очень неудобно. Ребята, нам пора заканчивать уже занятия. Уже пришло ты можешь расчарить по-любому. Так, Артём. Да, что? Сейчас. У тебя есть еда? Да, есть 3 булочки и суп. Дай, пожалуйста, еды. Но у меня суп последний, я не могу дать. Ребята, ладно, еще раз повторяю, нам надо закругляться, потому что уже следующий заканчивать. Следующий урок будет на следующей неделе в то же время. И да. Ну,